Уважаемые коллеги, хочу вам представить вариант топливо-раздаточной колонки, которая сделана на базе счетчика IXGM-25 в вертикальном исполнении, то есть корпус непосредственно антивандальный с дверкой, которую можно закрывать под ключ для выдачи по топливным картам. То есть непосредственно с левой стороны мы видим ход 25-й. Труба резьбовая с правой стороны для подключения топливного шланга. Дальше снимаем, получается, переднюю панель. Здесь у нас отдельно идет электронный блок для организации выдачи топлива по картам с наборной панелью для точного налива, кнопка стоп, резервный тумблер для отключения блокировки по картам, ну и, соответственно, картоприемник. Шестиразрядная панель со световой подсветкой. Внутри мы видим исполнение. Стоит фильтр грубой очистки на 100 микрон. Насос, счетчик ГМ с механизмом контроля направления вращения. И двухконтурный клапан. Непосредственно данные версии топливозаправочных колонок могут выпускаться с вариантами насоса на 70 литров, либо с насосами на 100 литров. Для увеличения скорости потока. Вот так выглядит колонка. Закрываю снова переднюю панель. Закручивается. Это вариант колонки на 70 и 100 литров.